Доброго дня, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим роль современных лучевых и эндоскопических методов диагностики и лечения уронефрологических заболеваний у детей. Разберем несколько клинических случаев, немного об истории развития методов, истории детской уронефрологии и, в частности, в Республике Татарстан. С 1814 года на медицинском факультете Императорского Казанского университета начали преподавание детской хирургии. Первую операцию извлечения трех камней мочевого пузыря у трехлетнего ребенка произведена в апреле 1847 года профессором Францем Осиповичем Елачич. В 1870 году выпускник Казанского императорского университета Николай Александрович Толмачев описал исследование полулунных клапанов мочеиспускательного канала, основываясь на данных вскрытия трупов детей. Он же в 1875 году впервые в России успешно защитил диссертацию на степень доктора о врожденных заслонках уретры как одной из причин расстройств мочеиспускания у детей. В своей работе он предложил оригинальный инструмент для определения и деструкции врожденной заслонки уретры. Этим инструментом он на ощупь определял и разрушал заслонки уретры, которые мы теперь называем клапанами задней уретры. Хотя первые попытки эндоскопических исследований предприняты в Европе с конца XVIII века, днем рождения цистоскопии считается 9 марта 1879 года, когда Макс Ницце, немецкий врач, ассистент городской больницы Дрездена, продемонстрировал инструменты Венскому национальному обществу. В Советском Союзе эндоскопия в урологии начала развиваться с 50-х годов. Особо бурное развитие эндоскопии и лапароскопии получили последние 30 лет. Сейчас без эндоскопии сложно представить какой-либо раздел уронефрологии. Ежегодно растет удельный вес лечебных вмешательств. Детская республиканская больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан в год выполняется более 400 уретроскопий, больше половины из них лечебных, более 100 лапароскопических операций. Резко сократилось количество открытых травматичных оперативных вмешательств, особенно при пузырно-мочеточниковом рефлюксе и при уретерогидронефрозе. А начало лучевым методом диагностики положено в 1895 году Вильгельмом Конрадом Рентгеном, который открыл коротковолновое электромагнитное излучение, названное его именем. Через год впервые увидели тень конкремента почки, через два года тень мочеточника, в который был введен катетер проволокой. В отечественной литературе первые сообщения о рентген-диагностике мочекаменной болезни описанные через 4 года после открытия рентгеновских лучей. В 1902 году впервые выполнена пневмоцистография. В дальнейшем разрабатывались рентгеноконтрастные растворы. В 1906 году начало ретроградной пилографии. В 1921 году микционная цистография в прямой и боковых проекциях. Экскреторная урография впервые в России выполнена в клинике Сергея Петровича Федорова в 1929 году, получившая быстрое распространение благодаря выпуску Сторгазина в 1932 году. Браш и Эммет в 1951 году пишут, что экскреторная урография совершила революцию в диагностике урологических заболеваний. Отмечается высокая чувствительность метода, специфичность, эффективность. А уже в конце 80-х, начале 90-х годов отмечают эффективность лишь в 30% случаев. Европа и Америка с 80-х, 90-х годов прошлого столетия полностью отошли от исследования с высокой лучевой нагрузкой.
Первые уретрографии выполнены в 1910 году. В нашей стране уретрография была внедрена практика в 1924 году Анатолием Павловичем Сумкиным. Почечная ангиография впервые предложена в 1929 году, и только начиная с 1942 года этот метод исследования стал внедряться в урологическую практику. В нашей стране почечная ангиография была впервые выполнена в урологической клинике 2-го Московского медицинского института в феврале 1955 года. В урологическом отделении ДРКБ в 1977 году профессором Алмаз-Сащем Ахунзяновым выполнена первая ангиография почек пациента урологического отделения. Томография почек. В 1939 году предложена методика выполнения послойных снимков почек мочевыводящих путей и органов заглушенного пространства. 1976 года стала проводиться компьютерная томография органов заглушенного пространства. Первый аппарат магнитно-резонансной томографии появился в 1984 году. В 1988 году создана спиральная, а еще спустя 4 года мультиспиральная компьютерная томография. Первые компьютерные томографии или магнитно-резонансной томографии ДРКБ начали внедряться с 1994 года. Несмотря на то, что первые ультразвуковые аппараты в России и в Казани начали применяться с 1981 года, в отечественном руководстве по диагностике урологических заболеваний детей 1984 года даже нет намека об использовании ультразвуковых методов. В научном докладе на соискании научной степени доктора медицинских наук нашего учителя Алмаза Сафича Ахунзянова в 1994 году отмечено, что в разработке диагностики и лечения врожденных обструктивных заболеваний мочевой системы у детей УЗИ применялось с 1984 года и лишь у 22% больных. Отмечена нехватка аппаратуры в лечебных учреждениях республик зоны Казанского центра детской хирургии и что за ними будущее, в том числе высказана заманчивость перевода части уродинамических функциональных методов исследования на ультразвуковую основу. Одним из ведущих диагностических инструментов современной детской уронефрологии являются методы радионуклеидной визуализации, что подтверждается клиническими рекомендациями национальных и зарубежных профессиональных сообществ, опытом ведущих специализированных центров. Основное преимущество, в первую очередь, обусловлено получением уникальной информации, в первую очередь, о функциональном состоянии органов мочевыводящей системы, полное отсутствие токсических и аллергических реакций на контрастные агенты, низкую лучевую нагрузку, высокую воспроизводимость методик, возможность проведения различных функциональных проб. А лучевая диагностика в детской урологии ныне начинается в утробе матери, проведением ультразвукового исследования, скрининга плода первого, второго и третьего триместра беременности. Аномалии развития плода продолжают оставаться одной из ведущих причин перинатальных потерь, занимая среди них второе и третье место. Аномалии почек и мочевыделительной системы плода – наиболее часто пренатальный диагностированный порог, объективизация проведения ультразвукового исследования мочевыводящей системы плода с использованием специализированного протокола и применением единых методологических подходов и стандартизации условий проведения гарантирует постановку пренатального диагноза, прогнозирование тяжести нарушений функций почек плода и позволяет принять правильные тактические решения. Еженедельно в перинатальном центре Республиканской клинической больницы в период пандемии в режиме видеоконференц-связи
проводятся консилиумы с участием врачей детской республиканской больницы с решением тактики дальнейшего введения плода, у которых выявлены аномалии. При грубой патологии, несовместимой с жизнью, ставится вопрос о прерывании беременности, а в случаях выявления коррегируемой патологии решается вопрос о маршрутизации вплоть до внутриутробных вмешательств. Ультразвуковое исследование проводится после рождения ребенка. Последующим плановый скрининг в возрасте 1 месяца, 6 и 15 лет. Дальнейшим показаниями к ультразвуковому исследованию является присоединение болевого или мочевого синдрома, нарушение мочеиспускания, дезурические явления, подозрение на объемный процесс в почках и мочевом пузыре, аномалии развития почек, мочевого пузыря, мочекаменная болезнь, почечная колика, травмы почек мочевого пузыря, ветрогенные повреждения мочевого пузыря, мочеточников, туберкулез мочеполовой системы, контроль за положением дренажей и стентов, функционное оперативное вмешательство. Лучевые методы диагностики невозможны без хорошего знания нормальной и топографической анатомии. Подробно на них мы сегодня останавливаться не будем. Здесь представлены топография капсул и фасы почек, схематические изображения почек, области соприкосновения почек со смежными органами, анатомия мочеполовых органов мужского и женского пола мочевого пузыря. При выявлении аномалии развития почек мочевых путей при ультразвуковом исследовании по показаниям проводятся рентген-урологические, урдинамические исследования, исследования функции почек, эндоскопические вмешательства. Различают аномалии положения, количества, величины, формы и структуры развития почек. Аномалии положения различают дистопию и нефроптоз. Дистопии почки различают гомолатеральные и гетеролатеральные. Последние со сращением и без сращения. В 66% случаев дистопии приходится на поясничные, в 20% на тазовые дистопии. В отличие от нефроптоза, при дистопии почка фиксирована, подвижность предела дыхательной экскурсии и почечная артерия отходит от соответствующего отдела аорты. Изначально почки закладываются в малом тазу и по мере развития плода перемещаются вверх, занимая свое нормальное анатомическое положение. Под воздействием различных неблагоприятных факторов данный процесс может быть нарушен. При тазовой дистопии почечная артерия отходит от общей подвздошной артерии. Нефроптоз – патологическое состояние, характеризующееся чрезмерной подвижностью почки. Часто является врожденным заболеванием, связанным со слабостью связочного аппарата. По статистике у девочек встречается в 8 раз чаще. У детей опущение почек может быть бессимптомным, выявляться случайно, клинически манифестным, болью в животе, нарушением мочеиспускания, отставанием в развитии и осложненным пиелонефритом, мочекаменной болезнью, повышением давления, гидронефрозом. Агенезия почки, отсутствие почки, односторонняя агенезия выявляется в одном на 1000 родов, в одном случае на 1000 родов. При этом обязательно лекарная гипертрофия контрлатеральной почки. Двусторонняя агенезия почек, редкий, несовместимый с жизнью порог развития, выявляется в 20 случаях на 5000 вскрытий мертворожденных. Удвоение почек и мочеточников. Одна из наиболее распространенных врожденных аномалий мочеводящих путей, доля которой среди всех пороков развития составляет около 1%.
При полном удвоении верхних мочевых путей во время цистоскопии мы видим два устья соответствующей стороны. При неполном удвоении мочеточник впадает в мочевой пузырь одним устьем. Аплазия одной почки встречается относительно часто у 4-8% среди всех пациентов с аномалиями почек. У мальчиков встречается в два раза чаще, чем у девочек. Паренхима почки отсутствует, определяется только капсулы почки. Аплазия обеих почек несовместима с жизнью. Гипоплазия почки – врожденная патология анатомического строения почки, при котором орган по гистологическому строению является нормальным, однако его размеры меньше контралатеральной и функционирует в пределах своих размеров. При диспластической гипоплазии почки наблюдается дисплазия основного ствола и внутриорганных ветвей почечной артерии. Аномалии формы и взаимоотношений почек различают симметричные и асимметричные. Симметричные – это подковообразные, галетообразные, комообразные. Асимметричные – это L-образные, S-образные и I-образные. Представленная редкая форма – комообразная почка, вращение почек обеими полюсами. Подковообразная почка – редкая аномалия развития органов мочевыделительной системы, представляющая собой вращение почек нижними полюсами с формированием перешейка. Встречается у 0,25% населения или у 1 из 500 новорожденных. Причем замечено, что у младенцев мужского пола данная патология встречается почти в 3 раза чаще. Ребенок с рождения наблюдался в гидронефротической трансформации слева, неоднократно обследован по месту жительства проведением ультразвуковых исследований в динамике, экскреторной урографии 2, ретроградную уротерапиографию слева, и лишь к 4 годам при очередном ультразвуковом исследовании заподозрена подковообразная почка. Гидронефроз левого сегмента подковообразной почки 3-й степени подтвержден рентген-компьютерной томографией. Ангиография почек. Выявлен добавочный нижнеполярный сосуд, который явился причиной нарушения оттока мочи из левого сегмента подковообразной почки. И уже только на операции установлен редкий случай данной аномалии в виде ретроковального перешейка. Перешейк обычно располагается перед большими сосудами, аортой нижней полой вены, общими и подвздошными сосудами и солнечным сплетением, которое прижимается к позвоночному столбу перешейком. В 60% случаев перешейк подковообразной почки располагается между аортой и нижней полой вены и крайне редко между позвоночным столбом и сосудами. Схематическое изображение асимметричных аномалий вращения почек S-образные, L-образные и I-образные почки. Пример правостороннего гетеролатерального I-образного вращения почек, представленные экспрессорные урограммы, сонограммы и ангиограммы. Аномалии структуры. Простые кисты, поликистоз, дисплазии. Более подробно мы на них остановимся позже. Аномалии развития мочевого пузыря. Дивертикулы мочевого пузыря различают врожденные, истинные, имеющие все слои мочевого пузыря, и приобретенные, ложные, множественные, вторичные на фоне вторичных, образующихся на фоне паравезикальной обструкции или нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. Дивертикулы можно пропустить при ультразвуковом исследовании, цистографии, прямой проекции, и лишь целенаправленное выведение боковой или косой проекции с контрастированием под контролем электронно-оптического преобразователя позволяет четко поставить диагноз, подтверждаемый цистоскопией.
большие параурбитальные дивертикулы мочевого пузыря с обеих сторон. Параурбитальные дивертикулы при ультразвуковом сканировании на полный мочевой пузырь и после опорожнения мочевого пузыря. Патология устья мочеточников у одного и того же ребенка может быть представлена в разных вариантах. Может быть двусторонний стеноз, двусторонний рефлюкс или стеноз с одной стороны, рефлюкс с другой стороны. Андрей Юрьевичем Павловым из Ухрой Тамны Сабрезянова и с авторами в 2015 году предложен следующий алгоритм диагностики аномалий развития почек и верхних мочевых путей, позволяющий отказаться от проведения высокодозных малоинформативных рентгенологических исследований у части больных, заменив экспираторную урографию ультразвуковым исследованием в сочетании со статической нефросцинтиграфией, с дополнением магнитно-резонансным томографом или компьютерной томографией в рамках гибридного исследования. Пиелэктазия, выявленная при ультразвуковом исследовании внутриутробно, в 60% случаев реализуется в обструктивной уропатии, в 15-20% случаев пиелэктазии плода оказывается пузырно-мочеточниковый рефлюкс, у 80% новорожденных с пузырно-мочеточниковым рефлюксом пиелэктазия наблюдалась внутриутробно. Согласно Ассоциации фетальной урологии, тяжесть гидронефроза основана на значениях передне-заднего размера лоханки и качественной оценке степени расширения лоханки, чашечек и атрофических изменений по паренхиме почек. Передне-задний размер лоханки измеряют в аксиальной плоскости проекции почечной ножки. В 1993 году Ассоциации фетальной урологии предложена следующая пятиступенчатая классификация гидронефроза. В 2007 году он им предложил альтернативный вариант. Согласно клинических рекомендаций по детской урологии и андрологии 2015 года, у пациентов с пренатально диагностированным односторонним гидронефрозом предлагается ультразвуковое исследование почек в месяц при визуализации мочеточника, микционная цифроатрография для исключения пузырно-мочеточникового рефлюкса, а в 3 месяца ультразвуковое исследование почек и нефросцинтиграфия. При нормальной функции почек по данным нефросцинтиграфии предлагается следующая тактика в зависимости от передне-заднего размера лоханки. А при нарушении функции почек более 40% предлагается оперативное лечение со следующей тактикой послеоперационного введения пациента. Несмотря на высокую лучевую нагрузку, мы продолжаем делать экспираторную урографию. По показаниям проводим рентген-компьютерную томографию почек. И лишь детям старше 4-5 лет динамические сцинтиграфии проводим в радиологическом отделении РКБ. При определении к оперативному вмешательству немаловажное значение имеют результаты ультразвукового исследования почек до и после внутримышечного введения мочегонного препарата. При гидронефротической трансформации 4-й стадии показаны ангиографии почек. Здесь мы видим тотальную или субтотальную атрофию паренхимы почки, дисплазию основного ствола и внутриорганных сосудов, добавочный нижнеполярный сосуд, часто являющийся причиной обструкции. На клинической конференции научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Вельдищева хирургическая тактика при обструктивных уропатиях у детей, состоявшихся в марте этого года, озвучена важность следующих рентгенологических методов, как и экспираторная урография, рентгенпланометрия, инъекционная цистография, ультрасонография, доплерография почек и диуретическая ультрасонография. В
при обструкции на уровне пузырно-мочеточникового сегмента, выявленные при ультразвуковом исследовании, подтвержденные на экспираторных урагамах, исключение пузырно-мочеточникового рефлюкса, микционной системы ретрографии, оперативное вмешательство проводим. Если раньше проводилось под электронное оптическим преобразователем с большой лучевой нагрузкой, в настоящее время проводим под контролем ультразвукового исследования с дальнейшими контрольными УЗИ в послеоперационном периоде и контрольной экспираторной урографии через год. При ультразвуковом исследовании оценивается состояние эхогенность паренхимы почки, дифференциация корково-мозгового слоя, допплерография сосудов почек, состояние чашечно-лоханочной системы, визуализируется расширенный мочеточник на протяжении, контролируется момент стентирования, контроль эффективности, послеоперационная динамика почки и мочевых путей. Двусторонний мегауретр. Произведено эндоскопическое бужирование, стентирование мочеточника. Расширенные дистальные отделы мочеточников хорошо видны при ультразвуковом исследовании мочевого пузыря. Ребенок с двусторонним обструктивным нерефлюктирующим мегауретром. Произведено бужирование, наружное стентирование мочеточника. Забытые стенты. Публикации о забытых мочеточниковых стентах у детей в отечественной литературе не было. У взрослых единичные работы. В зарубежной научной литературе описаны случаи забытых мочеточников стентов у детей с длительностью до 5 и у взрослых до 17 лет, в ряде случаев потребовавших несколько оперативных вмешательств, включая литотрепсию, эндоскопические операции и открытые операции. В литературе описаны клинические случаи операции при тотальной инкрустации стента через один разрез с одновременной пилолитотомией, ватеролитотомией и цистолитотомией у ребенка 5 лет с тазовой дистопией почки. В июле 2019 года к нам обратился 5-летний мальчик с затрудненным болезненным мочеиспусканием, которому в период новорожденности было проведено эндоскопическое бужирование, стентирование мочеточника левой почки по поводу мегауретера. В последующем развод родителей и стент был забыт. При ультразвуковом исследовании и на обзорной урографии визуализирован огромный камень мочевого пузыря на дистальной петле стента. Отмечена положительная динамика мегауретера при этом. Произведена экстракция стента мочеточника и цистолитотомия. Случай описан нами в августе и опубликован в последнем номере журнала «Экспериментальной клинической урологии» в 2019 году. К сожалению, у нас с тех пор еще два случая забытых мочеточниковых стентов с инкрустацией последних и, к счастью, удаленных эндоскопических. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться внимание нефрологов и участковых педиатров, наблюдающих за пациентами с мочеточниковыми стентами, чтобы они не выпадали из поля зрения и своевременно направлялись для экстракции мочеточникового стента в урологические стационары. В этом году нами предложена и внедрена практика база данных пациентов-носителей мочеточникового стента, позволяющая проводить постоянный мониторинг и при необходимости произвести активный вызов детей на своевременную экстракцию стента. Итак, обструкция на уровне пузырно-мочеточникового сегмента в ретроцеле. Ретроцель – это кистозное расширение терминального отдела мочеточника вследствие стеноза в устье мочеточника. Вот такой, значит. По данным литературы,
заболевание возникает примерно у 5-12 тысяч детей. У девочек оно развивается в 4-7 раз чаще, чем у мальчиков. Различает ортотопическое и эктопированное уретроцели. Эктопированная шейка мочевого пузыря или уретру. В 80% случаев уретроцели у детей ассоциированы с удвоением мочеточников. В 60% случаев таких уретроцелей имеется эктопия устных мочеточников. Ежегодно в детской республиканской больнице Министерства здравоохранения Республики Татарстан эндоскопическое рассечение уретроцели производится от 20 до 30 детям. Пузырно-мочеточниковый рефлекс. Обратный патологический заброс мочи из мочевого пузыря в почку известен еще со времен Леонардо да Винчи, а связь между пузырным мочеточниковым рефлексом и рубцеванием почек была открыта лишь в 1950-х годах. В 1952 году была произведена первая интересная операция у пациента параплегии, а в 1958 году была разработана техника реимплантации мочеточника по методике Политана-Лиадбеттера. При пузырном мочеточниковом рефлексе, по данным электронной цистоуретрографии, мы пользуемся международной классификацией Хейкель-Циркуляйн 1966 года. Непрямая радионуклеидная цистография используется для выявления пузырно-мочеточникового рефлекса у подростков. Актуальность проблемы пузырно-мочеточникового рефлекса у детей определяется его большой частотой, тяжестью клинического течения и осложнениями. Разработано более 30 различных модификаций антирефлексных операций, из которых наиболее известны Политана-Лиадбеттера, Григуара, Клейна. Однако ни один из этих методов не считается идеальным, хотя каждый дает высокий процент рецидивов и высокий процент успешных результатов. Они достаточно травматичны. Частота послеоперационных осложнений составляет 5-8%, возможные рецидивы от 3 до 40%. При пузырном мочеточниковом рефлексе 5-й степени показана нефроэтерэктомия. За последние годы в урологическом отделении детской республиканской больницы практически не проводится открытая антирефлексная операция. Проводим эндоскопическую пластику зияющего устья мочеточника. В зависимости от возраста пациентов имеется дифференцированный выбор имплантов, как биодегенерированных, так и не биодегенерированных, такие как рефлексин, гурдекс и вантрекс, с хорошими результатами. Контроль эффективности эндоскопической коррекции пузырного мочеточника рефлекса, особенно исключение обструктивных осложнений, производится ультразвуковым исследованием перед выпиской через 1-3-6 месяцев. При отсутствии обострения пиелонефрита контрольная инъекционная цистоуретрография проводим через год. В случае рецидивирования инфекционного воспалительного процесса контрольная инъекционная проводится по показаниям через 3 или 6 месяцев. Обструкции на уровне пузырно-уретрального сегмента. Наиболее выраженные нарушения уродинамики с развитием тяжелых форм пиелонефрита, с развитием уросепсиса, нефрогенной гипертензии, хронической болезни почек отмечается при обструкции на уровне пузырно-уретрального сегмента. Ультразвуковые исследования плода визуализируют клапаны заднего уретры, осложненные двусторонние уретеры, ускалики, эктазии, башенные деформации мочевого пузыря, расширенные задние уретры. Раннее выявление патологии, естественно, залог своевременного успешного лечения. Эндоскопическое устранение интравенозной обструкции в периоде новорожденности позволяет устранить обратимые осложнения верхних мочевых путей и сохранить функцию почек. Различные варианты нарушения уродинамики при клапанах заднего уретры у мальчиков.
У девочек часто встречается миотальный стеноз уретры, реже стеноз дистальной трети уретры. На миксонной цистеротрогамме мы видим сужение дистального отдела уретры с супрастенотическим расширением задней уретры. Мы можем увидеть влагалищный рефлюкс. В заключение хочется пожелать коллегам доступность всех современных методов лучевой диагностики и эндоскопии. Спасибо за внимание. Ассоциация Сирано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Cyrano образование станет ближе и удобнее.